вот на этих соревнованиях ребята старались показывать технику, старались проводить приемы, желательно завоевывать победы красиво, чтобы их заметили, чтобы они сами радовались тому, что они делают. И со временем потихонечку все остальное прибавится. Там немножко прибавить ФВП, немножко уверенности в себе. И все, и вот это уже готовые люди, которые будут уже выигрывать крупные соревнования. Я думаю, что нужны такие вот старты. Отбираться на них нужно и верить до последнего, до конца. Готовишься и знаешь, что все равно ты можешь туда попасть. Это всероссийские, да, соревнования, потому что приезжают со всех регионов. Здесь они могут встретить ребят по духу, вот, и чему-то научиться. Как тренер я в первый раз, да, на этих соревнованиях. Вот, и очень рад и очень горжусь тем, что мне довелось здесь побывать. Тяжелая борьба, но, как всегда, это борьба с самим собой. Были несколько заготовок. Я горжусь тем, как она себя показала. Я рад снова всех приветствовать в Санкт-Петербурге на празднике дзюдо в этом гостеприимном дворце спорта юбилея. За два дня 1400 человек, сильнейших спортсменов страны, из 70 регионов нашей страны. Мы с вами большие молодцы. Кубок губернатора по дзюдо проходит в нашем городе уже в 28-й раз. Вот я уже сказал слова благодарности Михаилу Анатольевичу, потому что очень важно, что с каждым годом соревнования становятся все более и более масштабными, статус этого соревнования растет. И вообще, надо сказать, что это часть большой системной работы, которую мы осуществляем совместно. Турнир проходит на очень высоком уровне, очень большое количество участников, очень много борется спортсменов со сборной. У нас очень перспективная, талантливая молодежь. Ну, видно, что с каждым годом уровень борьбы растет. Приезжаешь в Санкт-Петербург и завоевываешь только золото. Вот как такого успеха добиться? Ну, я же не всегда занимала первые места. Были моменты в 2020 и 2021 году, когда я стала третья. Вот. Но это были прям хорошие такие там схватки боевые. Я же не сдалась просто. Я просто билась. Главное — биться. Мне нравится именно, ну, красота, что ли, бросков. Очень красивый вид спорта, на самом деле. Я настолько люблю дзюдо, что хочу посвятить этому свою жизнь. Я в первую очередь думала о борьбе соперника, составляла определенную картину и дальше уже работала над этим. Это моя не первая медаль здесь, и я очень рада быть чемпионкой. В этом же году мне удалось удержать победу. Я очень счастлива. Дзюдо – самый лучший вид спорта! Пятый турнир на «Авроре». Иногда становился первым один раз. И вот два раза вторым стал. Для меня финал самым тяжелым был. Не мог никак захват выиграть. Главное – желание, мечта, и она сбудется. Моя мечта — стать олимпийским чемпионом. Я очень рад, и мне очень понравился этот турнир. Организация очень хорошая и очень большая конкуренция.
тоже. Это очень понравилось. Больше всего запомнилась финальная схватка. И мой финальный бросок. Это были неподдельные эмоции. Незабываемо.